Ребята, привет! Ну что же, моя поездка в Швецию, про которую большую часть из вас не знала, прошла очень интересно, хочу вам сказать. И потрясающе зовут, конечно, у FX. Было очень приятно познакомиться с Фредриком Аксельсеном. Это собственник компании FX, с его сыном Йоханом, с супругой, с дочерью, в общем, со всей семьей, со всем производством. Конечно, масштабы несопоставимые ни с чем, что есть в России, ни с одним из производств. Благо, на нескольких я побывал. В общем, впечатляет. Да. И по заказу одного из клиентов я привез из Швеции FX Impact M3. В, по-моему, самой максимальной возможной комплектации. Это FX Impact M3. Калибр 5,5, в полном обвесе от Sabre Tactical американский. Это упор под мешок, регулируемый задний затыльник. Значит, в чем его плюс? В том, что он спокойно регулируется по высоте, по вылету, по наклону. Регулируемая щека, тюнер ствола с карбоновым кожухом, модератор от Donny FL Ronin, попросили меня. Это сошки F-класса, моя анатомическая рукоять, прицел, элемент Optics Helix 6.24 на отличных стальных кольцах Бурис с эксцентриковыми вставками, с регулировкой наклона. И, в общем-то, все получилось очень-очень неплохо. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь, я всегда буду рад вам помочь. Здесь стоит стандартный ствол для FX снайпер, это 700-миллиметровая комплектация с твистом аж 24 дюйма, то есть это у нас порядка 600 миллиметров, я предполагаю. Как следствие, скорость, на которую настраивается, достаточно высока. 31,5 метров в секунду. Казалось бы, много для обычного хэвика 1,175 грамма, но нет. Отстрел на 100 метров показал, что все очень и очень достойно. Что сказать про винтовку для тех, кто не знает? Винтовка обладает двумя редукторами. Первый редуктор понижающий, слева здесь манометр, вы его сейчас не увидите. Второй редуктор основной. И самое интересное, что мне безумно нравится в импактах, заключается в том, что на давлении всего лишь 110 атмосфер можно добиваться таких показателей еще больше, существенно больше. Но, естественно, я не буду это делать, это не нужно. И заправки баллона при такой настройке, если забивать его на 250 атмосфер, ну, хватит точно больше 150, я думаю, даже к 200 выстрелам. Потому что сейчас я стрелял с 230, отстрелял я 5 магазинов по 28 пуль, и осталось у нас 140 атмосфер. Нам еще есть куда двигаться. Ну, в общем, там все круто по количеству выстрелов, по расходу воздуха. Винтовка пристрелена на 50 метров. Отстреляно потом на 100 метров. Кучность, на мой взгляд, очень достойная, по 10 выстрелам. Все записано, все покажу. Так как клиент никогда с такой винтовкой не работал, то он попросил для него записать небольшое обучающее видео. Впрочем, может быть, это будет полезно и другим людям, у которых есть эти винтовки в России. Но, естественно, я это буду не ночью записывать, как сейчас. Просто очень много работы, я не успеваю, приходится ночью отстреливать, ночью настраивать. В общем, работы много, это хорошо. Ну, что хочу сказать про винтовку, что очень я ей доволен, что в процессе визита на завод FX я выяснил, что ребята не стоят на месте, они постоянно совершенствуют, дорабатывают. Например, здесь стоит обновленный ОСМ, доработанный так, что его можно более тонко настраивать, более плавный спуск иметь, более легкий спуск иметь. Здесь уже стоит FX, так называемый Power Cube, да, то есть это основная часть коробка.
через которую проходит воздух в ствол. Там улучшенная система каналов, которая позволяет добиваться больше энергетики при необходимости. И, в общем, по мелочам очень много всего делается, и это очень здорово. Мне показывали экспериментальные новые клапаны. Интересно, тут же я в своем порыве исследовательском говорю, а давайте попробуем, попробовали разные модификации, как, что влияет, пришли к интересным выводам, собственно, собственнику я об этом доложил, Фредерику. И, конечно, потрясающая природа, потому что это город Мариестад, ну, глубинка Швеции, скажем так, на него даже прямым поездом из Стокгольма не доберешься, приходится пересаживаться. Но меня, к счастью, забрали, довезли. В общем, что называется, все включено. Очень приятно, подход действительно очень приятный. Видео я с завода я не снимал в этот раз. Просто не до этого было, я был всего лишь 5 дней там, и очень много других вопросов нужно было обсудить, дело сделать. В общем, программа была интересна. Что хочу сказать, что так как планирую ездить достаточно регулярно туда, то готов принимать заказ на привоз подобного рода винтовок. В общем, на любую продукцию FX цена будет чуть-чуть ниже нашей рыночной цены. Из плюсов, если спросите, а почему не купить здесь прямо, я объясню, потому что, к сожалению, насколько мне известно, исходя из того опыта, который я имею с работой с теми винтовками, которые ко мне поступали, винтовки сюда поступают в разобранном виде, потому что это черная, ну, короче, контрабанда, по факту, да, и собирают их далеко не всегда качественно. Из-за этого у людей, которых покупают за, ну, большие, реально большие деньги, складывается не всегда хорошее впечатление. Это нехорошо. Это нехорошо для бренда и нехорошо для продукции в целом. Ну и для клиентов, естественно. Поэтому я сюда завожу винтовку целую, с завода, в заводской упаковке, с сертификатом на данную винтовку, шведским, естественно, двуязычным, русским и английским. Со всеми надлежащими гравировками и пометками, которые должны быть на винтовке. И, естественно, винтовка до 3 джоулей, даже до 2,7 джоулей. Поэтому я предполагаю, что качество тех винтовок, которые я сюда буду возить, несколько отличается от того, что здесь может продаваться. А может и не отличаться. Может быть, и здесь тоже могут попасться хорошие винтовки. Я на эту тему высказываю исключительно свои предположения и исключительно своего опыта работы с теми винтовками, которые мне давали здесь на доводку. В некоторых случаях это был такой печальный опыт и негативный. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. Можно обсуждать детали. Номер внизу под видео. Пишите в WhatsApp. Обсудим, договоримся, это все решаем. Что касается моей инициативы, которую я проявлял по официальным поставкам сюда партий продукции FX, сертификации в России, ну, к сожалению, в силу последних всех событий, это невозможно. По крайней мере, до тех пор, пока не будет какая-то ясность с логистикой. С логистикой пока большие напряги, вы знаете, что Европа наши фуры не принимает, из Европы фуры к нам тоже доходят с большой проблемой, ну, в общем, тут вопросов более чем достаточно, хотя я уже подготовил всю документацию для официальной сертификации здесь, и, в общем, все должно было пойти хорошо и здорово, но, к сожалению, как есть. Ладно, давайте посмотрим буквально несколько выстрелов при стрелке на 50 метров. Отстрел на 100 метров, и потом небольшое обучающее видео о том, как с этой винтовкой вообще обращаться. Переключаемся дальше. Four.
300.